Но вот власти Индии объявили повышенный уровень тревоги на границе с Бангладеш. На фоне происходящих там беспорядков вдоль границы усилена охрана, между странами приостановлено железнодорожное сообщение. Напомню, в Бангладеш вспыхнули массовые антиправительственные протесты против системы квот на рабочие места для родственников участников войны за независимость 1971 года. Постепенно демонстрации переросли в беспорядки. Погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен пострадали. Арестовано около 10 тысяч активистов. Премьер-министр Бангладеш шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Хасина обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить ей убежище.